Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, художница Лариса Изюмченко. Предоставляю вашему вниманию новую свою работу, так называемую интуитивную живопись. У меня были краски, было хорошее настроение, и я вот пошла так вот рисовать, так вот писать. Вот, как говорится, как легло на душу. И вот такая мешанина красок, мешанина теней, тонов, полутонов, смешение цвета. Вот получилась такая работа. Вот, кстати, вот еще одна такого же происхождения. Вот, люблю очень писать дожди и парочки под зонтиком. Вот, как бы зонтик на двоих. Такая тема любви. Вот, мне нравится вот этот вот момент. Анечка, покажи вот этот момент. Да. Вот, это когда вот такая краска, вот она засыхает, и получается как бы даже, ну вот просто ветерок так дует, и вот как бы мазки говорят, передают настроение. Настроение картины. Казалось бы, вот эти вот квадратики цвета, квадратики красок, да, потом следы от мастихина заставляют просто с волнением воспринимать, казалось бы, вот простой какой-то сюжет. Вот. Если вам понравилось, ставьте классы. Я буду очень рада. До новых встреч.